Афины в Виллидж. Мне надо попасть туда. Заколочено. Очень грустное зрелище. Надо пробраться туда незаметно. Не хочу привлекать внимание. Эй! Боже, сколько пыли! Тут давно никого не было. Мы с Финой как-то все лето помогали Рику ремонтировать старые гитары. Он все, что угодно мог починить. Он говорил, одна гитара принадлежала Элисон Блэр, хотя, наверное, прикалывался. Университетские тетради Рика. Он учился по ночам, чтобы работать днем в магазине. Парень был сгустком энергии. Кто-то не выключил свет. Пропуск в Роксон на имя Элла Стерлинг, но на фото Фина. Фина с кем-то планировала пробраться в Роксон. Вся команда, которая создала Нуформ, заболела? Стоп! Рик вел проект? Какие-то лекарства? ГМКСФ. Обычно им лечат заболевания костного мозга. Но у кого? Я не помню тут этой кладки. Ого, вот это я понимаю убежище. Видеозапись. Полгода назад. Пошли.
прошла тестовая загрузка. У меня полгруппы больны. А Кригер отрицает, что дело в униформе. Пора это изменить. Давай я. Думаешь, мы готовы? Тянуть нельзя. Они начали стройку в Гарлеме сегодня, раньше времени. Отравить город ради бабла. Они находят лазейки. Плюют на безопасность. Нельзя дать им так извратить мою работу. Ладно. Сперва займемся ядром, потом сотрем все данные. Ты уверен, что они не сделают все заново? Нет. Нет, если мы уничтожим и те запасы, что в Джерси. А без меня они не разберутся, как работает Нуформ. И проекту крышка. Я буду снимать. Если что не так, запись пойдет прямиком в Бьюгл. Ладно. Готова спасать Нью-Йорк? Готова. Тут вторая запись. Проклятие! Не загрузилось! Телефон, что ли, накрылся? Я не позволю, чтобы все было зря. Обещаю, Рик. Они пытались закрыть проект разработки Нуформа. Но что-то пошло не так. Надо отследить ее телефон. Если получится. Ладно, просто... Давай! Исчезай, исчезай! Давай. Он здесь! Не дай сейчас! И так может! Мое исчезновение не слабо их напугало. Нельзя нападать, пока они не успокоятся. Не пускай паука к компьютеру! Куда он делся? Паук, не заставляй делать тебе больно! Видимо, сработали звучные сигнализации. Проваливай отсюда, человек-паук! Тебе тут делать нечего! Мы тебя раздавим, Человек-паук! Если найду телефон Фины, может, пойму, что случилось с Риком и почему она стала умельцем. Вот, есть координаты. Позвоню Ганке. Расскажу ему. Привет. Нашел чего в мастерской Фины? Да. Я понял, зачем ей все это. Что-то случилось с ее братом. Что-то очень плохое. Чего себе? Рик работал в Роксоне. Был руководителем проекта Нуформ. Ого. И похоже, Нуформ его как-то отравил. Саймон Кригер везде кричит, что он безопасен. Он врет. Фина и ее брат хотели остановить разработку реактора. Свернуть проект. И что случилось? Не знаю. Пока. Фина все записывала на свой телефон, но потеряла его. Я тебе... Найди врага себе по силам, но... вот меня, например. Тебя это не касается, Человек-паук! Всех не перепи! Я из тебя дымную сделаю!
зоны! Теперь район стал немного спокойней. Спасибо тебе большое. Извините, что так вышло. Так, я здесь. Рик возглавлял отдел разработки Нуформа. И весь отдел заболел из-за этого вещества. И что случилось? Не знаю. Пока что. Пина все записывала на свой телефон, но она потеряла его в лаборатории. Я хочу найти его. Хорошо, я на связи. Если что, звони. Хорошо. Научные лаборатории Роксон. Здесь появился проект Нуформ. Телефон должен быть где-то здесь. Кажется, я знаю, как туда попасть. Вентиляции стоит энергощит. К чему он подключен? Нужно его отключить. Мне надо попасть внутрь. Я могу заряжать разные штуки. А могу ли я их разряжать? Поглощение энергии повредило генератор. Даже не верится. Я на месте. В лаборатории с вооруженной охраной. Эти каникулы запомнятся надолго. Я должен валяться дома, дрыхнуть, играть в приставку и есть печенье целыми коробками. Ну и куда? Телефон намного ниже уровня земли. Ой-ой. Во внешней части системы вентиляции поломана. Если там подполье, убейте их. Если паук или умелец, задержите. Понял, сэр. А если подлога нужна? Вызывайте немедленно. У Роксона и так бегут. Смешного. Черт, Майлз, для тощего пацана? Ты жестко бьешь. Дядя Аарон? Ты бродяга? Папа заводил на тебя дело. Я знаю. И уверен, у тебя полно вопросов ко мне. Но нам нужно убираться отсюда. Зря ты решил сюда вломиться. Я не уйду отсюда с пустыми руками. Слушай, я когда-то раньше работал на Роксон. Не стоит связываться с этими парнями. Если нас тут поймают... Так помоги мне. Упрямый, весь в отца. Ладно, но сделаем по-моему.
Я знаю, где есть доступ к терминалу охраны. Буду тебя направлять. Управляемые мины. Используй, если станет жарко. Только не попадись. Видишь вентиляцию с лазерами? Как ты это делаешь? Я уже работал с такими системами. Соберись. Пора пробовать управляемые мины. Что происходит с камерами? Опять электричество шалит? Нет, это было в Гарлеме. Носорог уничтожил целую станцию. Могло и не только там. И что же ты там ищешь? Телефон. Я отследил сигнал. Он идет откуда-то из-под земли. Ниже всего под землей находится бункер реактора. Значит, мне надо вниз. У нас потери! Повторяю, у нас потери! Очередная... В этой комнате должна быть вентиляция. Ведет в лабораторию, потом к реактору. Ну, формовый реактор? Судя по схеме, именно он. Эй, где Нуформ, что я просил? Мы пытаемся сделать, но Мейсон не оставил записи. И? Ну, я слышал, что одна канистра Нуформа сохранилась после случая на мосту. И если бы мы могли ее добыть... Ты думаешь, будь он у меня, я бы тебе отдал? Нет, мистер Кригер, я просто хотел прояснить, что без этой канистры нам ни за что не успеть... Заткнись. Я... Я делаю абсолютно все, что в моих силах, чтобы найти эту канистру, однако... Сейчас я бы хотел, чтобы ты вернулся в лабораторию и занялся делом. У Кригера сроки горят. Может, скажешь, чей телефон ты там ищешь? Умельца. А ты расскажешь, зачем за мной следишь? Не слежу, а приглядываю. Скажи спасибо, ради тебя я взялся за старое. Не верится, что бродяга мой дядя. А я не верю, что мой племянник решил убиться ради телефона. Так сложилось. Ты уже близко к прототипу реактора. Их надо вырубить. Не хватало тут следить за засад. Повторяю, у нас потери! Я вроде что-то слышал. Потери! Повторяю, у нас потери! Внимание, я что-то слышал. Оружие к бою! Здесь Человек-паук! Понял, оружие к бою! Никого, продолжаю патрулировать. Задело! Отлично. Спасибо. Реактор прямо за тем взрывостойким барьером. Открыть можно с того терминала. Погоди. В городе есть другие лаборатории. В каждом из них нуформовый реактор. А Рик заболел из-за Нуформа. Это нужно прекратить. Не отвлекайся. Найди телефон и смотрите. Реактор внизу. Он питает все это здание. Телефон в самом низу. Надо как-то пробраться мимо вентилятора. И мимо этих парней. И помни, что я сказал. Не попадись. Точно будет синяк. Я что-то слышал. Прием. Патрулирую. Что, не ждал такого? Покажу всем.
позвонить, чтобы узнать, не умер ли ты там. Да, спасибо. Вообще-то мой дядя мне помогает. Тот мужик из метро? Ага. Оказалось, что он еще и бродяга. С ума сойти. Чего? Тот самый бродяга? Вор в фиолетовом костюме? Бывший вор. Мы не партнеры, он просто сейчас помогает. Твой дядя бродяга? Это жесть, чувак. Прям жесть жестянская. Ага. Мне пора, Ган. Расскажу все потом. А ведь и впрямь могу. Шутки плохи. Планктон ничем не хуже прочих. Все было так просто. Охрана не сбежалась. Повреди проводку над вентилятором. Он вырубится. Спасибо. Нужно как-то отключить вентилятор. Тут панель управления. Да. Теперь провода. Батарея села. Только не взорвись. Отлично. Так. Камера, видеозаписи. Вот она. Ладно. Сброс ядра – задача для двоих. Ты перегрузишь его отсюда, а я прослежу на месте. Шаг первый к уничтожению Нуформа. Тебе не жаль? Плоды всех своих трудов. Ты видела, что со мной стало? Сделаем мир чище. Готов? Готов. Запускаю перегрузку. 3, 2... Пина! Это не я! Промышленный саботаж. Серьезно? Кому какое дело до горстки больных бедняков? Или мертвый инженер. Да лишь нитик в этой механике. Нет! Нет, нет, нет! Я справлюсь! Я справлюсь! Нет! Рик! Рик, нет! Нет! Фина, не смотри! Там есть кто-то еще. Найдите. Рик пытался спасти людей, а Кригер убил его. Нужно закончить то, что они начали. Дядя Аарон, ты можешь снять защитный барьер реактора? Зачем? Ты достал телефон. Сматывайся. Этот реактор убил моего друга. Его нужно вырубить. Навсегда. Без твоей помощи я не справлюсь. Пожалуйста.
Дядя Аарон? Ладно. Приготовься. Спасибо. О! Генератор такой же, как снаружи! Только гигантский! Что ты делаешь? Майлз, ты в порядке? Тебе сваливать надо. Идти можешь? Да. Дуй по коридору. Живо! Мне как-то нехорошо. Чудо! Меня рвет на части. Могу. Телефон. Не могу. Удержать энергию. Майл, ответь мне. Ты в порядке? Такое чувство, будто меня скинули с самолета. Зато реактор отключен. Ты почти вышел. Да. Мне так нужен был ее телефон. И что мне теперь делать? Не глупи. Так Роксон доберется до тебя раньше меня. А ну стой! Мы тебя задерживаем! Мне приказано взять тебя в плен. Зачем? Что надо? Изучить тебя, допросить. Мы тебя не поймали. Знаю, какая разница. Сопротивляйся. Вашу ж мать! Майлз, меня выкинуло из системы. Подожди немного, я вытащу тебя. Есть! Стой на месте! Иди сюда! Бейте его на землю! Скорее!
Попадание! Тут я тебе! Залечь на дно. Никому не верь и не снимай свою маску. Пусть Роксон найдет другую цель. Не могу я залечь. Мне надо найти Вину. Твоя подруга умелец. Вот почему ты так волнуешься. Дело не в этом. Я должен защищать город. Скажи Вине, что хочешь вступить в подполье. Ты же сказал не снимать маску. Не говори про паука. Поговори с ней как друг. Она на это не купится. Ты удивишься. Люди глупеют, когда речь идет о близких. Например, как ты сейчас. Если скажу ей правду... Я сказал твоему отцу. Думал, он меня прикроет. Поможет. Ведь он же мой брат. А он от меня отвернулся. Если бы я молчал, может, не потерял бы семью. Ты знаешь, что должен делать. Так, стоит позвонить Фине? Нет, нет. Сейчас надо помочь городу. Да. Майлз, знаешь, сколько человек на тебя подписалось после выхода приложения? Просто пипец. Я тут кое-что почитал и знаю, что ты против рекламы, но ты только подумай. Нет. Ясно, да. Никакой рекламы. Просто приложил. Так ты нашел телефон Фины? Да, но он расплавился, когда я поглотил энергию из нуформового реактора. Чего? И как ты не мертв? Я и был, наверное, с минуту. А потом выпустил всю энергию и произошел мини-взрыв. Ладно, хоть не всю лабораторию разнес. Чел, мне пора завести список твоих новых способностей. Что думаешь делать дальше? Дядя Аарон предлагает сказать Фине, что я хочу войти в подполье. Тогда я смогу забрать нуформ и помешать ей во всем. Типа, наврать ей в лицо? Ну, других зацепок у меня нет. Знаешь, что нам поможет? Только не список за и против. Именно, список за и против. На это нет времени. Согласен. Удачи. Позвони, если буду нужен. Фанатка Человека-паука. Теперь он требует, чтобы я вступила с ним в дебаты. Джеймсон поднаторел в дебатах, он маститый журналист. Так что даже если я права, то все равно могу проиграть. Не всегда побеждает тот, кто прав. Иногда это тот, кто говорит больше всех или громче всех. Ну, в общем, дебаты в любом случае состоятся. Я ведь должна попытаться, опять же, вдруг мы что-то узнаем. На следующей неделе я выложу у себя в блоге отредактированную версию беседы с 3GM и полную расшифровку. А пока что не забывайте покупать фильтры, если у вас болит голова от монитора. Чао! Ладно, надо действовать. Позвоню Фине и попрошусь в подполье.
Привет, Майлз. Живой? Да, почему ты спрашиваешь? Ну, я видела новости про митинг твоей мамы. Все норм. Слушай, а может кофе попьем? Рядом с башней Фиска на Эдисон есть одно местечко. Там кофе без фигурной пенки, и его приятно пить, а не фоткать. Понял. До встречи. Так, еще немного, и я стану участником банды преступников. Супер!